Всем привет, с вами канал Маша, то что хотят. И сегодня у нас итоги за март. Первым итогом у нас будут такие человеки. Мы их уже открыли, и вы сами знаете, что нам выпало. Кто смотрел ту серию? Кто смотрел наше видео про открытие, тот знает. Что у нас есть вот такой вот кислячок. Эта сопля очень крутая, я вам скажу. Такой почти ни у кого нету и не будет. И еще у нас есть жесткий скример. Уберите слабонервных от экранов, потому что сейчас вы можете очень сильно испугаться. Это будет очень жестко. Ну вот, у нас еще есть вот такой вот заяц. Мне еще нравится у него такая штука, потому что уберите это. Она крутая. Еще раз есть вот такое вот чудище. Да, это лось. Это очень крутой лось. Мы его выбили из игрового автомата с игрушками за 20 рублей. И еще сегодня мы и выбили из игрового автомата с игрушками тоже за 20 рублей вот такого баклажана. Да. Баклажан прямо супер, я вам скажу. У него, кстати, уши дергаются. И лапы. Ну и все, а сейчас мы вам покажем самое крутое. Ничего. У нас есть вот такое вот А. И вот такое вот Б. Ну такое вот Б есть у нас. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока.